Всем, ребята, привет, доброй ночи. Поехал я в рейс Горно-Алтайск-Белокуриха. Будет 3 точки выгрузки. Я уже загрузился. Доехал до грани Алтая. Вот. Мы поехал. Пассажир. Вот он, пассажир, спит. Говорит, я, говорит, не сплю, я, говорит, еду. Я, говорит, просто лежу, да? Просто лежишь, да? Лежала. Ты меня разбудил. Вот так вот, а. Бери с собой пассажиров. Ну что, есть будешь? Да ничего, покормить будешь? Ну, покормлю. Будешь, нет? А что, есть? На попе шерсть. Будешь? Есть. Шашлык. Проснулась? Проснулась. Че ты отворачиваешься? Стыдно, да? Вместо того, чтобы мужа бодрить темной ночью, рассказывать анекдоты, там, сказки, еще какую-нибудь херню, чтобы муж не спал. Ты вот делаешь вот так, да? Я когда этим занималась, когда себя бодрила. Ладно, пойдем. Вот, друзья, подъезжаем к городу Пийску славному. Пойдем по объездной. Навигатор падла ведет через город. По-моему, да, через город. А мы идем по объездной. Пусть чуть подальше. Но зато по нормальной дороге проскочим, пролетим. Насколько я помню, когда я последний раз ездил по объездной, она была в очень хорошем состоянии. Что-то машина перестала греться толком. Я думаю, что это вряд ли из-за глушителя. Что глушитель прогорел. Не прогорел, а отгорел. Орвался. Сейчас еду как на гоночном болиде. Я думаю, что скорее всего, может, термостат заклинил. Еще какая-нибудь херота случилась. Вот сейчас будет 2 выходных. Воскресенье, понедельник. Буду заниматься, буду смотреть, что там произошло. Время 6 утра, рассвет. Потихонечку начинает рассветать уже. Светлеет на улице. Погодка сегодня будет, я думаю, кайфовая. Здесь будет вообще жарко. Градусов, может, 17-15. Может, я ошибаюсь, конечно. Не буду загадывать. Посмотрим. Жена у меня вон спит, лежит. Говорит, будет, говорит, это, развлекать меня. Ага, вон он развлекает. Повернувшись задницей ко мне. Спит, блядь. Вот так вот. А вы-то, ребята, берете своих жен в рейс или не берете? Как вы к этому относитесь? Расскажите в комментариях. Поделитесь. Куда ездили, если брали отдыхать, не отдыхать, или так просто прокатиться, показать дорогу. Поэтому жду комментариев, рассказывайте,
Ангор на Алтай, пролетел я уже Мэвинские весы, пост качу потихонечку, осталось совсем чуть-чуть, 14 километров до первой выгрузки. Посмотрите, какая красота. Горный Алтай. Это Горный Алтай, ребята. Это еще не самые красивые места. Туда дальше вообще очумечно, можно сказать так. Вот она, Майма. Сейчас поедем потихонечку. Никуда не спеша. Выгрузка будет часов 8, наверное. Я еще успеваю, спихую, успеваю. У меня запас. Жену сейчас распинаю, она батонится, вообще закрылась. Нафиг. Спит, короче. Вот, к ней должна приехать подружка. Она живет в Горном. В принципе, жена и поехала со мной из-за того, что с подружкой решила встретиться. Вот так это. Не то, чтобы с мужем прокатиться, составить компанию, а подружку, чтобы повидать. Вот, вот что значит женская дружба, я понял. Кто дороже? Еще чуть-чуть осталось. Сейчас поедем прямо, потом налево. И по прямой, по прямой, по прямой все время. Все, и там будет выгрузка. Что-то спать охота. Не спать охота, так. Чуть-чуть. Не очень. На Турачак дорога прямо. Поедем в ту сторону. Тут, блин, светофор как-то непонятно работает. Дай. Да. Ну-ка, вылези. Выйти из сумрака. Чего отстань? А? Ну, зачем? Че, думаешь, не проснулись? Ай. Надо, чтобы собака спляли. Вот и все, дорогие друзья. Выезжаю я с Горно-Алтайска, разгрузился. В принципе, быстро разгружали, 2 часа всего на двух точках. Даже кого-то в полтора, наверное, часа ушло. Потому что где-то начали в 8:30 выгружать без 29. Ну и время сейчас 9:30. Ну да, в принципе, 2 часа где-то так получается. Вот сейчас двигаемся в Белокуриху. О, какой агрегат стоит. Чудо, чудо-чита. Чита, ты видела читу, а? Читу видала? А хрен с тобой, ты все равно в телефоне все сидишь. Ну, в общем, как-то так вот. Двигаемся дальше. Не знаю. Вот нахуй я тебя брал, вот ты мне скажи. Нахуй я тебя брал, чтобы жрать вот это вот? М? Я не жру. Вот зачем? Я сама вон съела. Я кушаю. Чтобы есть вот это вот? Вот этот вот бич-пакет, чтобы есть. Ты для этого я тебя брал. Я думал, ты мне там обед сварганишь. Картошечку, моркошечку, сало этот. Там свининку какую-нибудь в духовке, еще что-нибудь. Я бы не обдумал такого, не нуждаешься. Вот так вот. Вот жена родимая, блин. Пипец просто. На Белокуриху, на Горно-Алтайск закончился. Я выгрузился и жену высадил. Вот. Сегодня я гружусь на Бийск, вроде как, и сегодня приеду домой, поеду с ребенком опять на тренировку смотаюсь, посмотрю, как он занимается, халтурит, не халтурит, потом надо будет забрать, съездить легковую машину с сервиса, и все, и буду стартовать, выезжать.